Всем привет! Сегодня я хочу приготовить грибной суп, а грибы у меня маслята. Готовится просто, на скорую руку для любителей грибов самое то. Легкий супчик, простой в приготовлении. Итак, я взяла несколько картошин, штук 5 средних, на 5-литровую кастрюльку, порезала кубиками и поставила варить. Тем временем делаю зажарку. Лук нарезаем кубиком. На сковородке будем его обжаривать на обычном подсолнечном масле. У меня ароматное, запахом домашнее. Лук обжарили. Добавляем морковь. Обжариваем до готовности минут 5. Далее к зажарке добавляем грибочки. Как я уже сказала, у меня маслята, где-то 700 грамм. Вместе с грибами жарим нашу зажарку, пока не уйдет жидкость. Зажарка готова. Тем временем приготовился и картофель. В кастрюлю к картофелю опускаем зажарку с грибами. И я еще добавила 5 грибных кубиков. Все. Супчик доводим до кипения. Обязательно добавляем зелень, петрушку и укроп. Закипело минут 5 и выключаем. Друзья, вот такой грибной супчик у меня получился. Очень легенький, свеженький. Вот только-только приготовился. Грибочков много, смотрите. Тут, в принципе, очень легко просто делается. Так что вот такой супчик. Всем приятного аппетита!